Екатеринбургская тренер по йоге Юлия Шарифуллина, едва не лишившаяся пальца руки при встрече с лошадью, намерена взыскать компенсацию с владельцев спортивно-развлекательного комплекса, на территории которого произошел неприятный для нее инцидент. О случившемся с ней и последовавших страданиях девушка рассказывает в своем инстаграм. Ребят, у кого есть возможность где-нибудь взять хитарол? Очень нужен, продается только по рецепту. Рецепта у меня нет. Зато у меня есть палец, который половину откусила лошадь. Его пришили, но мне так больно. Адово больно. По словам Юлии, 5 июня она приехала отдохнуть на территорию горнолыжного комплекса «Гора Лиственная» в Екатеринбурге, который летом работает как рекреационная территория. Единственного человека из числа персонала, которого она встретила, был контролер на въезде, по словам Юлии, продавший ей билет. Ни спасателей у искусственного водоема, явно предназначенного для купания, ни прочих стаффов ей больше не встретилось. Поднявшись на вершину горы, она увидела на склоне пасущихся лошадей и включила смартфон, чтобы снять их на видео. В какой-то момент она почувствовала резкую боль. Одна из подошедших к ней лошадей ухватила девушку за большой палец правой руки. Привет, друг. Опасаясь, что лошадь его откусит полностью, Юля выдернула руку, и тогда лошадь взбрыкнула на нее копытами. Зная с детства, что лежачих людей кони не трогают, девушка, по ее признанию, сгруппировалась и упала на правый бок. Лошадь действительно отступила. А вот дальше началось то, к чему у екатеринбурженки и возникли позже претензии. Ища помощи у сотрудников комплекса, она побежала по всем домикам, но медпункта на территории ГЛК не оказалось. Тогда Юля забежала в кафе, но обе аптечки, которые для нее нашли повара, оказались пустыми, только с одним анальгином. Предложение вызвать для нее скорую помощь персонал кафе также отверг. Впрочем, вскоре нашелся администратор, который принес из машины свою аптечку с марлей и хлоргексидином. До травмпункта 23-й горбольницы девушка добиралась сама. Там ей зашили рваные раны и назначили курс антибиотиков, а также уколов от бешенства, которые Шарифуллина продолжает ставить до сих пор. Я снова в травме. Очередная прививка. Сказали, если лошадь не сдохла, то еще одну поставят, а если сдохла, то еще три. Не знаю, что лучше. Спустя несколько дней у Юлии начались осложнения в виде острой аллергической реакции, и ее на скорой вновь отвезли в больницу. Короче, это отек квинки. У меня он еще вот сюда вот на руку перешел. Очень болит. Вызвала скорую 10 минут назад. Пока нет никого. Мне очень страшно. Юля попыталась выяснить, чьи лошади паслись в месте, предназначенном для отдыха людей. Но в ГЛК Лиственной ей ответили, что не знают принадлежности этих лошадей. Впрочем, журналистам Е1 ответ на этот вопрос у владельцев комплекса получить удалось. Оказалось, что лошади принадлежат соседнему садовому товариществу, но уже много лет с разрешения администрации комплекса пасутся на склоне горы и избавляют необходимости косить траву. При этом на горе есть таблички, предостерегающие людей от кормления животных. Но Шарифуллина, по ее словам, и не пыталась кормить лошадей, что не уберегло ее от нападения. Ладно, я взрослый человек, а если бы на моем месте был подросток или ребенок, возмущается женщина. Деньги за вход они берут, но никто ни за что не отвечает. За лошадьми никто не следит, помощи в случае чего не дождешься. Я считаю, что такая преступная халатность, безответственность и бесчеловечность может стоить не только здоровья, но и жизни. По словам Юлии, спустя какое-то время с ней связался юрист Горы Лиственной. Девушка потребовала от комплекса материальную компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Предприниматели посчитали эти требования завышенными и предложили компенсировать ущерб бесплатными услугами кемпинга, сообщает «Комсомольская правда». Но это предложение не устроило уже Юлю. Она, по ее словам, подала заявление в полицию и Роспотребнадзор и готовится защитить свои потребительские права в суде. Мои картины все страшнее и страшнее. Внесла заявление в полицию. Начинается.